У одного богатого человека был богатый урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать добро. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра у тебя лежит на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал, безумный, всю ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты собирал? Мне вроде рано подводить итоги, прошел еще не все дороги. Казалось, жизнь поймал за хвост, за мой успех все поднимали тост. Желали много денег, серебра, чтобы в житницах полно было добра. Никто не говорил, что жизнь проходит, и счастье стороной меня обходит. Друзья, богатством надо дорожить, такой девиз, так надо жить. Тогда не думал, что придет расплата, даже когда имеешь много злата. Богатство мне досталось от отца. Казалось, благо будет без конца. Нанял я управляющего в дом меня, чтоб информировал во всем. Дела шли в гору, бизнес процветал. А отец гулянок так же устал. Хотелось чистоты забыть пороки, из жизни взять лишь нужные уроки. Но мысли эти быстро заглушал. Я развлечения новые искал. Попробовать я должен все сполна. Ведь жизнь дается нам одна. Так пролетали день за днем. Казалось, правильно живем. Богатство приумножил, а счастья не нашел. С такими мыслями, я помню, в храм пришел. Народу в храме было много и приносили жертву Богу. В сокровищницу все деньги клали, и как младенцы ликовали. А я подумал, я же богат, а почему в душе не рад? А эти люди, ну как вот, ну лепты приносили. И Бога тут благодарили. Раз не умеет по-другому жить, пускай продолжит жертвы приносить. Я понял, что таким не буду, и свой приход я в храм забуду. О, в тот год земля богата уродила, меня богатым урожаем наградила. Добро не знал, куда свое девать, а другим не думал раздавать. Решил амбары все сломать и новые построить, чтоб урожай весь свой усвоить. Мне ж надо хлеб свой сохранить, чтоб беззаботно долго жить. Все житницы сломал, новые построил. Весь урожай свой усвоил. И вижу свободных мест. Вот внутри я испытал протест. Мне надо нишу, заполнить эту нишу, продукты положу даже на крышу. Счастливый, помню, жатву я встречал, а Богу благодарность не сказал. Зато душе своей сказал, гуляй, пей. И жизнью был доволен я своей, на много лет приобрел богатство. Мне не хватало только царства. Я говорил, что я не верил в Бога. Богатства у меня ведь очень много. Поставил жизни все на кон. И в одну ночь мне снится сон. Во сне я слышу слова Бога. Осталось жить тебе немного. Кому богатство собирал? Я на вопрос его не отвечал. Копил, копил, богатство собирал, а Богу благодарность не сказал. Умрешь, я душу заберу. Цены уже не будет серебру. Безумным Бог меня назвал. А когда же я безумным стал? Слова звучат как приговор, а Бог продолжил разговор. Копил, копил и собирал. А сироту не замечал, ты видел нищих, мимо проходил. Тебя богатством я ведь наградил. Любостяжание – великий грех.
Богатство не дается для утех. В себя, кто богатеет, а не в Бога, не рад тот человек, хоть злата много. Собрал я, слышал ты, богатый урожай, сказал себе, пей, гуляй, о душе не думал ты своей, а твоя жизнь в руке моей. От этих слов мне страшно стало, что жить осталось очень мало. Проснулся. Нет, я очнулся вдруг. Был на лице большой испуг. Немножко отошел, так с постели встал, и вслух я что-то повторял. Просил прощения у того, кто снился. Но я не знаю, как я в храме очутился. Стоял и думал, слух перебирал, что Бог во сне мне сказал. Все, что имеешь, это Бог дает. И славы никому не отдает. Решил я в Бога богатеть, чтоб смело мог глаза смотреть. Ну как покой мне обрести? Куда мне деньги принести? Я слышал, что Христос явился от Иоанна, он крестился. Он часто заходил в Иерусалим. Хотел я повстречаться с ним. На сердце испытал тревогу, когда решил идти к Богу. Знал, где проповедует Христос. Он был ответом на вопрос. Сидел и слушал я его слова. Но не все вмещала голова. Он просто говорил, всем доступно. Примеры так приводил попутно. Смотреть на птиц, они не жнут. А песни каждый день поют. И Бог дает им в пищу впрок. Хочу, чтобы взял ты это в толк. Не сеют птицы и не жнут, а пищу каждый день клюют. И если Бог про птиц не забывает, тебе ж он больше посылает. Смотри на линии, они цветут, одежду ведь себе не ткут. Но краше их не одевался Соломон. Хотя в богатстве вырос он, но если Бог траву так одевает, тебе ж он больше посылает. Не думаешь, тебе что одевать, ведь Бог тебе все может дать. Я слушал и не понимал, ну, пока Бог разуму не внял. Благодари за то, что ты имеешь. Благодари, что семя сеешь. Благодари, можешь ты сажать. Благодари, что можешь жать. Благодари, когда увидишь сходы. И благодари, когда придут невзгоды. Пророчески хочу сказать. Благодари, что людям можешь дать. Благодари, что не летят снаряды. Благодари, что тебя видят рады. Благодари, не слышишь ты тревоги, благодари, что сами ходят ноги. Благодари, не слышишь ты сирены, благодари, не падают в храме стены. Благодари, что есть возможность поделиться. Должны мы только Господом хвалиться. Я подумал, может, пройдет лишь много лет. Настанет 21 век. Забудут люди учение Христа. Не будут плакать у Голгофского креста. Про христианский гнев начнут все говорить. Словами можешь ты убить. Добром за зло не модно воздавать. И ближнего ты можешь не прощать. Ссылаться будут на библейский перевод, что синодальный перевод уже не тот. А Божий суд никто не отменял. Хочу, чтобы этому ты внял. Однажды мы предстанем перед ним. Вот какой отчет ему дадим? Вот первых христиан ведь всех убили. Зверям голодных искормили. Никто не говорил, а где же наш Бог? А почему нам не помог? А все же знали, что пришли враги. Но не сжимали кулаки. Любили всех, всем помогали. Они по вере поступали. Давайте будем подражать Христу и воплотим Его мечту. Ведь Иисус мечтал, чтобы мы едины были. И Его за все благодарили. Аминь.